Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, Саат Қонақ үйі. Зенді қат кез тегізбей тұру, көмек керек десе шүкру, адам болғасын жетуген тұлу, жеңіз біз есебін білесін, әркес сұн болады айта, келіс көртіңді бірақ айтпа.
Спасибо зрителям. Командам предоставляется трехминутная разминка. Ну а я, друзья, прямо сейчас напомню всем тем, кто уже присутствует на трибунах, что, как всегда, на всех играх баскетбольного клуба «Барса Атарау» мы будем устраивать розыгрыш ценных призов и подарков от нашего фирменного магазина, который находится на первом этаже. Если вы вдруг лучше его посетили, то настоятельно рекомендуем сделать это в большом перерыве. Пройдет розыгрыш, разыграем от нашего фирменного магазина. И давайте будем болеть за баскетбольный клуб «Барсы Атырау». Oh,
Ну что ж, друзья, здравствуйте и привет всем тем, кто сегодняшним вечером настроил свои устройства на YouTube-канал Баскетбольной Федерации Казахстана для того, чтобы наблюдать за сражением двух классных команд. Мы начинаем плей-офф, и это четвертьфинал между командами Барса Атырау и командой Каспи из Актау. Наш матч начинается. Главный судья сегодняшней встречи Яна Никогасян вбрасывает мяч. Как мы видим, Каспи сразу же с первых секунд этим мячом завладел. Но давайте, покуда команда еще только начинает эту встречу, по классике начнем с составов команд. И начнем с команды Каспи и Актау, номинальных гостей, которые чуть было только что не открыли счет. Номер 3 – Владимир Курочкин. Номер 4 – Вадим Коржов. Номер 7 – Дамин Нурсиитов. Номер 8 – Джакау Жунибек. Номер 10 – Курганбаев Габиден. Номер 11 – Денисов Дмитрий. Номер 15 – Нариманов Адиль. Номер 21 – Семен Пинаев. Номер 22 – Артем Рольгейзер, он же капитан команды. Номер 24 – Ладариус Маршал. Номер 44 – Александр Калашников. И номер 77 – Алижан Нурлыбай. Руководит этим октавским оркестром Николай Куркин. Но теперь уже Барса Атырау открыли счет благодаря штрафным броскам Владимира Иванова. Это именно он сейчас на ваших экранах был. Вот уже 2-0. Команда Барса Атырау впереди. И переходим к составу команды Барса Атырау. Номер 0 – Акылбек Уралбеков. Номер 1 – Балат Омаров. Сегодня он есть в составе. Знают этого парня наверняка все те, кто следит за казахстанским баскетболом. Он выступал за высшие лиги за команду Барса Атырау. И вот сегодня появился в составе национальной команды. Номер 2 – Марат Абад. Номер 3 – Гар Джаравис, он же капитан команды. Номер 8 – Владимир Иванов. Номер 11 – Джамаури Грек. Номер 27 – Бактыгали Болотбек. Кстати, тоже парень, который буквально недавно перебрался из высшей лиги в основной состав команды Барса Атырау, национальной команды. Номер 34 – Махамбет Казимов. Номер 55 – Богдан Рабченюк. Номер 56 – Майкл Акафор. Номер 74 – Мирей Уапов. Номер 95 – Тимур Тангиев. Главный тренер команды Барса Атырау по-прежнему Тигран Гикчан. Ассистирует ему Александр Лысяк. Ну что, стоит, наверное, сказать о судьях сегодняшней встречи. Яна Никогасян, старший судью, я уже вам представил. Первым судьей сегодня выступает Владислав Ярошенко, судья ФИБА. А вторым судьей, судья высшей национальной категории, Адилет Рыскулов. Вот такой состав сегодня судейский. А комиссар сегодняшней встречи Сергей Задорожный. Вот так, друзья, составы мы уже объявили, составы команд мы знаем. Сейчас счет уже 5-2 в пользу команды Барса Атырау. И сейчас Вадим Коржов полил на Богдане Рабченюке. Вот Богдан сейчас исполняет штрафную серию. С первой попытки Богдан был неточен. Второй бросок. Есть второе попадание. Друзья, сегодня, как всегда, хорошая атмосфера на наших трибунах здесь, в городе Атырау, в здании Айром Арены. Не так многолюдно, но давайте не будем забывать, что сегодня рабочий день, что сейчас немножечко позже. Все те, кто сегодня был на работе, поделают домашние дела и начнут свой досуг. Придут в Айром Арену поболеть за любимую команду, посмотреть классный баскетбол. Напоминаю, друзья, это четвертьфинал игры плей-офф. Для тех, кто не до конца еще разобрался, каким образом устроены игры плей-офф, напомню, что они играются до 3 побед, максимум 5 игр будет. И сегодня мы с вами наблюдаем только первую игру. Посмотрим, кто сегодня окажется победителем. Знаем мы уже одну команду, которая прошла полуфинал. Это команда «Ирбис» из Алматы. Обыграли они команду «Иртыш». Не оставили им ни единого шанса. 3-0. Три победы у команды «Ирбис». И «Иртыш» остался за бортом розыгрыша плей-офф.
Ну а кто же будет соперником Ирбиса в полуфинале, мы обязательно узнаем после игр команд Актюбе и Астана Академия. Первые две игры в Астане никакого, скажем, не пролили света на то, чтобы понять, кто же из команд будет в полуфинале, потому что однажды победила команда Актюбе, а во второй раз, вот буквально недавно, команда Астана Академия одержала верх, и счет по сумме двух матчей 1-1, и команды встретятся теперь послезавтра в Актюбе. Будут радовать местную публику зрелищными матчами. Так вот, победитель этой пары, Актюбе Астана Академия, выйдет на команду Ирбис Алматы. Но, друзья, если говорить о том матче, который мы с вами наблюдаем сегодня, то победитель пары Барса Тырау Каспий Актау будет сражаться с победителем пары Тобол Алматинский Легион. Там тоже два матча уже отыграно. Тобол пока что ведет в этой серии 2-0. Ну, посмотрим, как легко команде из Костанай удастся заполучить третью победу в свой актив и выйти в полуфинал. Но также не будем забывать, что Алматинский Легион наверняка просто так не сдастся и даст бой костанайскому клубу. Ну а у нас, друзья, тем временем пока что тайм-аут. И берет тайм-аут команда Каспий. Счет 10-3. Наверняка Николай Куркин это не устраивает никоим образом. Игры плей-офф все-таки нужно с самого начала брать за вожжи и как следует направлять свою команду. Все правильно делает Николай Куркин. Надеемся, что пойдет этот тайм-аут, и команда Каспий сократит разрыв 7 очков, который сейчас у нас сохраняется на табло. Но, друзья, также напомню, что вижу я все ваши комментарии, которые появляются в чате в Ютубе. Обязательно пишите туда, обязательно будем общаться, потому что очень интересно мне всегда наблюдать за вашими комментариями, читать ваши приветы, узнавать, из какого города вы смотрите наши трансляции. Кстати, друзья, напишите об этом. Очень интересно узнать, если на нашей трансляции зрители не из Атырау и не из Актау. Если зрители из других городов, напишите, как у вас с погодой. В Атырау в последние несколько дней была прекрасная солнечная погода, довольно тепленько. А как с погодой у вас? Так, друзья, вижу ваши комментарии, где звук, качество хорошей трансляции, надеемся, что скоро заметят, друзья, ваши комментарии, что не хватает звука на нашей трансляции. Сейчас я передам все ваши пожелания нашему режиссеру трансляции, и я думаю, что он все заметит. Ну, друзья, вот проверил самолично сейчас звук. Все есть, все в порядке. Напишите, пожалуйста, поставьте в нашем чате плюсик, если у вас нет проблем со звуком, нет проблем с трансляцией, и вы болеете за одну из команд. Вижу ваши комментарии. Барса в сухую выносят. Каспий, победы вам. Привет, Настя. Здравствуйте, тетя Оля. Вот так уже познакомились в чате некоторые наши зрители. И вижу ваше сообщение, точно так же смотрим из Алматы, болеем за Барса Тырау. Вот так. Есть зрители. Передаем привет в город Алматы. Большое спасибо за то, что смотрите с включенным звуком, за то, что реагируете на мои просьбы писать в чат. Так, вижу, что у кого-то проблемы со звуком. Друзья, на трансляции есть иконка динамика. Попробуйте включить просто-напросто звук, если вы меня слышите. Навряд ли, конечно. Друзья, напишите в чате человеку, который не может включить звук на трансляции, каким образом это сделать в Ютубе или же на своем компьютере. Так, 14-3 на нашей трансляции, и продолжается у нас
борьба. Вот он, капитан команды Артем Рольгейзер сейчас прорвался к кольцу, но сейчас мяч у команды Барса Терау. И Владимир Иванов вколачивает сверху. Да, рост этого парня позволяет так делать. И он этим теперь великим удовольствием пользуется. 16-3. Теперь уже в атаке Каспи. Вадим Коржов сейчас под кольцо. Дариус Маршал там боролся. Артем Рольгезер все-таки не смог оседлать этот мяч. И еще один сверху. В этот раз Греджо Маури. Огромный легионер команды Барса Терау. Испытывает кольцо на прочность. Но кольцо выдержит. Пока что. Вадим Коржов. Александр Калашников. Маршал. Есть попадание со средней дистанции. Хороший бросок от Ладариуса. Майкл Окафор теперь в атаке. Что будет делать? О, сам врезался во Владимира Иванова. Есть немножечко брак, но вроде бы все в порядке. Замену проводит сейчас Тигран Гикчан. Сразу же три свежих игрока появляются на площадке. Ну, могут себе позволить сейчас дать игровое время как раз таки парню, о котором я говорил. Айбалат Омаров появился. Игрок молодой. Нужно ему, конечно, дать возможность проявить себя. Счет позволяет это сделать. Посмотрим, как Айбалат себя проявит. Семен Пинаев все-таки забрасывает мяч в корзину. Семен, вот на ваших экранах, с замечательной прической. Разыгрывает снова Грег Джамаури. Врезается. Он буквально чуть было не снес. Сейчас Александр Калашников, если я правильно заметил. Да, это был именно он. Ну вот уже в атаку идет Каспи. Хороший дальний бросок. Попытка была Владимира Курочкина. Теперь уже под кольцом снова Грег борется. Но ничего не могут сделать с этим парнем. Как я уже говорил, огромный. Просто 11 номер. Под кольцом с ним очень сложно справиться. Мы в этом уже неоднократно убеждались. И здесь нужно за двоих, а то и за троих играть каждому защитнику команды Каспи, чтобы удержать этого парня. Красиво пытался сыграть сейчас капитан команды Барса Терау Гар Джарвис. Но жаль, сделал он это уже после свистка. Ну, тоже получилось довольно эффектно. 27, чуть больше 3 минут остается у нас до завершения первой четверти. А я вижу, друзья, ваши комментарии. Семен, наконец, вышел. Лучший Каспий. Много болельщиков, видимо, из Актау нас смотрят. Друзья, если вы из Актау, вам большой-большой привет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая сегодня у вас погода была на берегу Каспийского моря. Очень интересно это знать. А тем временем город Джорвис оформляет 2 со средней дистанции. Вот этот парень под третьим номером. Начинается атака. Женебек Джакау подает пас на Курочкина. Что будет делать Владимир? Не сбивает. Здорово сейчас Гаррет Грега нашел под кольцом. И Грег Джамаури ничего не оставалось, кроме как заработать еще 2 очка для команды Барса Терау. Владимир. Опасно Семена. Что будет делать? Семен сам решает. Находит Ладариуса. И здорово. Парень справляется со своими обязанностями. 24 номер команды Каспий. Маршал Ладариус. Гар Джарвис.
идет. Сам крутится, вертится. Акиюла находит Акылбека Уралбекова. И Акылбек пытался с дальней дистанции сейчас забросить мяч в корзину. Но не удалось. На подборе как раз таки сработал Айбалат Омаров. Я надеюсь, нам сейчас его покажут крупным планом. Вы сможете посмотреть на этого парня немножечко поближе. Запомнить его, потому что, если, думаю, проявит Айбалат себя в этих играх, мы его еще неоднократно увидим в составе команды Барса Терап. Посмотрим, какой Айбалат сейчас со штрафными бросками. Это первые уж штрафные броски в национальной лиге сейчас. Нужно сделать хорошую статистику. Видим, что нервы у этого парня полностью в порядке. Первый бросок оформляет, попадает точно. Еще один. А вот со второй попытки уже Айбалат не так точен. Мяч у Каспи. Уже не бег. Что будет делать Артем? Артем сам решает вопрос. Проходит под кольцом. Зарабатывает 2 очка. Теперь атакует Барса Терау. Акылбек на Владимира. Владимир на Тимура. Тимур Тангиев. Дальний бросок. 3 очка для команды Барса Терау. 95-й номер. Видели мы, как подняли 3 пальца в потолок судьи. Это значит 3 очка защиты. Хороший проход, вполне себе достойный. Женебек Джакало, 2 очка для своей команды только что заработал. Вот так, мне кажется, нужно действовать команде Каспи. Не изобретать что-то новое, а действовать надежно. Проходишь, видишь возможность, зарабатываешь очки. Тем более сейчас при таком счете команде Каспи, конечно, надо. Вижу, друзья, ваши комментарии. Айбалат, а не Айбалат. Ну уж извините. Так, мне немножечко удобно. Конечно, я знаю, что Айбалат. Много-много, конечно, прилетает мне в комментариях. Периодически слышу комментарии касательно моего произношения команды Актобе, касательно города Костанай. Ну и с Айбалатом, я думаю, что мы тоже как-нибудь справимся. Надеюсь, ваши нежные уши скоро привыкнут к этому произношению. Готовится сейчас Владимир Иванов произвести свою серию штрафных бросков. Маршал Ладариус сейчас палит на Владимире. Владимир 1 очко, и команда Барса Терау зарабатывает. Сейчас Владимир Иванов второй бросок. Есть попадание. 2 очка для команды Барса Терау. 30-13. Игра продолжается. И вот команда Каспи рвется сейчас вперед в атаку. Женебек с Владимиром разыгрывал. Сейчас, к сожалению, не могу разобрать. Тут Семен, кажется, с мячом под кольцом был. И снова разыгрывает. Итак, продолжает Тимур Тангиев давить на кольцо. 21 номер Семен. Дальний бросок. Первая четверть подошла к концу. 30-13. Именно так заканчивается у нас первая четверть. Идем отдыхать за преимуществом команды Барса. Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, Саат Қонақ үйі.
возвращаемся на паркет Iron Arena, где сегодня в четвертьфинале играет команда Барса Тера против команды Каспий из города Актау. После первого четверти команда Барса Тера лидирует со счетом 30-13. Видите, это прекрасное табло. Сейчас посмотрите, как команда Барса Тера перепасовывается в поисках возможности забросить мяч в корзину. На подборе высоченный Владимир Иванов сработал. Отдал пас немного обратно. Акалбеков. Снова мяч к Владимиру вернулся. И буквально штрафнул. А Владимир Иванов мяч в корзину отправил. Женебек перехватывает мяч Гарри Джарвис. Но снова мяч возвращается к Женебеку. Затем следует пас на Владимира Курочкина. Владимир мяч пускает. Разыгрывает команда Барса Терал. Акалбек отдал мяч в игру. Отдал на Гарта Джарвиса. И теперь Джарвис снова на Акалбека. Что будет делать? Находит все-таки пасом Тимура Тангию. Здорово так. За спину не глядя Тимур передавал пас на Владимира Иванова. По всей видимости, наигранная комбинация. Нужно команде карты намотать на ус. Так что ребята из команды Барса Терал и так могут. И не позволять им подобного впредь под своим кольцом. А иначе счет будет только-только увеличиваться. 34-13. Это, конечно, еще не конец свет, но стоит подумать над тем, каким образом наладить либо же атаку, либо защиту своего кольца Николая Куркина. Ну, команда Каспий, команда опытная. Тренер во главе этой команды тоже довольно опытный. Я думаю, что найдет нужные слова для своей команды Николай Куркин для того, чтобы наладить игру своего клуба. Джарвис сам бросает, не попадает. Такая затяжная атака команды Барса Атерау получилась. И пробежку фиксирует судья в исполнении Владимира Иванова. И сейчас другой Владимир. Владимир Курочкин, команда Каспий, будет вводить мяч в игру. Женебек. Семен с мячом. Что будет делать? Сам решил бороться, но, увы, мяч предательски не хочет лезть в корзину после бросков команды Каспи. Майкл Окафор. Майкл Окафор был с мячом. Сейчас, видимо, немного прихрамывает. Будем надеяться, что все в порядке у этого парня. Да, все хорошо. По всей видимости, это были некоторые баскетбольные хитрости такие в исполнении Майкла Окафора, дабы показать судьям, что он действительно пострадал в этом моменте. Дальний бросок от Владимира Иванова. 3 очка зарабатывает 8-й номер команды Барса Атерау. Вперед сейчас Вадим Коржов гонит свою команду. Калашников. Чакалов. Семен. Сам разворачивается, сам надо идти под кольцо. И, увы, увы, никого нет на подборе у команды Каспи под кольцом соперника. И что это такое? Команда Барса Терал. Мы видим, что Владимир Иванов сейчас отвечает на прошлый красивый пас Тимура Тангиева тем же. Не менее красивым пасом Тимур Тангиев завершает эту атаку команды Барса Терал. Пробежка. В этот раз в исполнении Женебек Джакао. А тем временем, друзья, я вижу ваши комментарии. Тёма хорош, Барс лучше. Да, радует очень активность наших комментаторов. Большое вам за это спасибо. Также вижу ваши лайки под этим видео. Друзья, обязательно, если вы еще не поставили свой лайк, сделайте это. Я думаю, что режиссеру и организаторам этой трансляции будет очень приятно увидеть ваши баскетбольные лайки под этим видео. Команда Каспий идет вперед. Женебек сам. Дальний неплохой бросок в исполнении Вадима Коржова. Ни к чему не приводит.
Майкл Окафор. Сейчас мяч в игру введет. А пишут наши комментаторы в Ютубе, Женебек лучший. Ну что, друзья, есть ли те, кто оспорит это мнение? Давайте-ка узнаем у наших комментаторов, кого они на данный момент могли бы выделить в команде Каспи из города Актау. Я думаю, что болельщики этого клуба 100% присутствуют на нашей трансляции. Напишите, пожалуйста, в комментарии, кто на данный момент, по-вашему, является лучшим в составе команды Каспи. Ну и точно так же попрошу болельщиков команды Барса Тырау написать в комментариях о том, кто же, по их мнению, лучший. Чуть было сейчас Владимир Курочки не прервал мой монолог дальним красивым броском. Айбалат. Два очка для команды Барса Тырау. Красиво сейчас на замахе Владимир убирал Майкла Окафора, но оказался не точно. Снова красивый, эдакий спрятанный пас в исполнении атакующих игроков команды Барса Тырау. Завершал Махамбет Казимов эту атаку. Ну, я продолжу. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, болельщики команды Барса Тырау, кто, по вашему мнению, сейчас лучший игрок в составе на данную минуту. Мы уже с вами посмотрели первую четверть, и можно сказать, что половина второй четверти у нас уже позади. Барсы на лайте играют, Володя Иванов лучший, Каспи весь лучший, пишут наши комментаторы. Ну, здесь, конечно, сердце болельщика, оно такое, нельзя, конечно, кого-то выделить. Если любить, так всю команду. Прекрасно понимаю. Тайм-аут второй от команды Каспи. Вот они на ваших экранах. Николай Куркин погружен в размышления. Да, есть над чем подумать. Разница 30 очков. Ну, баскетбольная история знает и не такие камбэки. Не из таких ям выбирались команды. Ну, 30 очков, конечно, да. Немало. Развлекает покуда публику маскот команды Барса Тырау. Кот с огромной головой. Вижу ваши комментарии. Семен Пинаев топ. Да, Семен выглядит неплохо в работе под кольцом у команды Каспи. В любом случае выделяется. Женебек. Александр. Хороший дальний бросок. Не попадает. Ну вот, вот, не хватает. Не хватало нам Ладариуса Маршалла на подборах под кольцом команды Барса Тырау. Замечали мы с вами, что первые 5 минут второй четверти после бросков игроков Каспия на подборе, увы, никого не было. Не хватало человека, который бы подчищать, так сказать, огрехи своих сокомандников. Майкл Окафор сейчас нарывается на руку одного из игроков Каспия. Маршал Ладариус. Кажется, полил. Ладно, заиграли этот эпизод. Болотбек, Махамбет. Пас на Грега. И Грег в этот раз не забрасывает мяч. Грег Джамаури первый бросок точен. Еще один бросок. Грег Джамаури не попадает мяч в корзину. Александр Калашников сработал на подборе. Сейчас Женебек.
Снова Александр. Мяч переходит к команде Барса Терао. Грег Джамаури, Майкл Окафор. Снова Грег Джамаури. Убирает защитника сейчас Артема Рульгезера. И зарабатывает еще 2 очка для команды Барса Терао. Вадим Коржов. Не попадает. Ну что же такое? Сегодня как будто бы злой рок приветствует, преследует команду Каспи. Не попадает они в корзину. На радость местной публики. И, к сожалению, для всех наших комментаторов, которые болеют за команду Каспи. Снова Александр Калашников. Неточный пас. Майкл Окафор его перехватывает. Здорово сейчас разыгрывают легионеры от Рауского клуба. Да, пожалуй, соглашусь с одним из наших комментаторов, который писал, что Барса играет на лайте. Видим мы, что команда Барса от Рау сейчас ушла в отрыв. И уже легионеры могут себе позволить вот так играючись. Вот так, здорово, Ладариус Маршалл делает нам красиво. Я надеюсь, что этим броском, этим данком он взбодрит свою команду. Они взбодрятся и наконец-то начнут играть. Давайте-ка, друзья, все болельщики команды Каспи, давайте поднажмем в комментариях, поставим свой баскетбольный лайк. Возможно, это поможет команде Каспи сейчас вернуться в игру. Очень уверен в возвращении Актауского клуба. Нельзя, конечно, вот так, даже еще не середина матча, раскисать. Вот Александр Калашников еще 2 очка зарабатывает для своей команды. Вот мы видим, уже проявляется некий брак в передачах у команды Барса Терао. Вадим начинает атаку. Женебек. Что будет делать сам, решает бросать. На подборе срабатывает Ладариус. Но, по всей видимости, Яна Никогасян говорит о том, что правила в этом моменте все-таки были нарушены. Сейчас Богдан Рыбченюк. Исполнит штрафный бросок. Вижу, друзья, ваши комментарии. Все понятно. 3-0. Ждем игры с Тоболом. Там будет жара. Ну что ж. Многие комментаторы еще во время игр до плей-офф, во время регулярного чемпионата, прогнозировали, что команда Барса Терао встретится в полуфинале против команды Тобол. Ну, посмотрим, как это будет, друзья. Во-первых, команде Барса Терао нужно еще справиться с командой Каспи. А во-вторых, команде Тобол еще нужно обыграть Алматинский легион. Семен с мячом. Ищет, кому же отдать мяч. Александр Калашников сейчас. Он натыкается на Марата Абата. Александр Калашников готовится к штрафной серии сейчас. 2 броска произведет. Нет, друзья, это не ритуальные танцы. Таким образом сушат паркет баскетболисты, чтобы, не дай бог, не подскользнуться, не получить травму. Первый бросок Александр Калашников не точно. Сейчас будет еще один бросок. Есть попадание от Александра Калашникова. Марат Абат ведет в атаку команду Барса Терао. Богдан Рыбченюк. Что будет делать Богдан? Дает пас
Балатбека. Но Балатбек не точен. Вадим с мячом. Видим, что Балатбек пытается его максимально сейчас заблокировать, но этому не удается. Снова пас на Семена. Семен что будет делать? Уже казалось от безысходности. Пытался мяч в корзину забросить. Это ему, к сожалению, не удалось. Мяч переходит к команде Барса Тырау. Вижу, друзья, ваши комментарии. 7 апреля Барса Тырау с кем играют? Играют третью игру с Актау. Совершенно верно. Я напомню, что игры плей-офф играются до 3 побед максимум. 5 поединков нас с вами ждет. И 3. Третья игра состоится здесь же, в городе Тырау, на паркете Аэромарины. Команды решили вот так, дабы не тратить ни время, ни силы на дорогу. Команды здесь же отыграют и решат, кто из них сильнее. Мы, конечно, надеемся, что пророчество тех комментаторов, которые писали, что будет у нас 3-0, не сбудется, что команда Каспий все-таки покажет класс, поборется в этом противостоянии. Все-таки четвертьфинал, как-никак, нужно показать максимум своих возможностей. Думаю, команда Каспий на радость своим болельщикам все-таки покажет классную игру. Ну, сегодня, по всей видимости, гороскоп команды Каспий неудачный. Пока что в первой половине встречи они проигрывают с большим отрывом команде Барса Тырау. Видимо, что видит этот же отрыв Тигран Гикчан, главный тренер команды Барса Тырау, дает поиграть местным игрокам, дал отдохнуть легионером. Богдан Рапченюк сейчас с мячом. Махамбет Казимов, кажется, это был. Дальний бросок производил. Оказался не точен. Женебек сейчас с мячом. Дал пас на своего тренера. И вот мы видим, как играет Николай Куркин. Он тоже активный участник сегодняшних действий. Богдан Рапченюк с мячом. Что будет делать? Дает пас на Умарова. Ой, Булат зарабатывает таки 2 очка для своей команды. Семен с мячом. Что будет делать? Не попадает. Нужно было, мне кажется, первый раз, когда Семен прицеливался, зарабатывать очки. Хороший дальний бросок в исполнении Марата Абата. Не точен. Он оказался. Снова Женебек. В этот раз уже сам пытается пройти на подборе. Семен сработал, но это уже было после свистка, после нарушения правил. Появляются комментарии в нашем чате. Каспий Актау с вами. Болеем. Барса, ага. Видимо, что не бросает свою команду. Зрители из Актау по-прежнему они активны, по-прежнему они пытаются каким-то образом поддержать свой клуб. И мы видим, что это в какой-то мере срабатывает. Во всяком случае, сейчас Женебек Джакао набрал такие очков для своей команды. Снова Айбулат и снова 2 очка. Довольно полезен сегодня Айбулат, молодец. Несмотря на то, что первая игра его в национальной лиге. Здорово справляется со своими функциями. Молодец, старается. Ну и то же самое можно сказать про других игроков команды Барса Тырау. Видимо, как они уже настарались на 53 очка против 20 у команды Каспий. Снова Женебек. Хороший бросок. Одно очко для команды Каспий. Будет ли еще одно? Сейчас узнаем.
И еще одно попадание. Женебек Джакал. Говорим ему большое спасибо, что таким образом команда Каспи набирает очки. Таким образом мы можем говорить о том, что пока еще у команды Каспи не все потеряно. Мяч остается у команды из Актау. Вадим Водя, Дженнибек. Кому будет отдавать Дженнибек Джакао в этом случае? Хороший бросок, не точно. На подборе сработал Семен, но этого было недостаточно. Друзья, на этом все. Звучит свисток на большой перерыв. Вторая четверть закончилась. Команда Барса Тарау обыгрывает гостей. Команду Каспи из Актау со счетом 53-22. Увидимся после большого перерыва. Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Олимпиада комитеті, Саат Қонақ үйі. Если финалисты, говорим ребятам большое спасибо. Берем стул.
Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, Саат қонақ үйі.
Возобновляется игра этого четвертьфинала розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной лиги Казахстана в городе Атырау, в здании Аэром-Арена, где команда Барс Атырау играет против команды Каспий из Актау. И вот так в начале третьей четверти Александр Калашников зарабатывает 2 очка для команды Каспий. Ну, друзья, давайте поговорим о составах, как мы обычно это делаем после большого перерыва. 3 очка сейчас Тимур Тангиев набрал для своего клуба. И давайте поговорим о составе команды Каспий из города Актау, которые сегодня выступают в роли гостей здесь, в городе Атырау. Номер 3 – Владимир Курский, номер 4 – Вадим Коржов, номер 7 – Дамир Урсиитов, номер 8 – Женебек Джакалов, номер 10 – Гриден Курганбаев, номер 11 – Дмитрий Денисов, номер 15 – Адин Нариманов, номер 21 – Семен Пинаев, номер 22 – Артем Ролигейзер, он же капитан команды, номер 24 – Ладарюс Маршал, номер 44 – Александр Калашников, номер 77 – Нурбай Алижан. Именно этих людей вы сегодня будете наблюдать на площадке. Главный тренер команды «Каспий» Николай Куркин. Давайте теперь быстренько пройдемся по составу команды «Барса» Атырау. Номер 0 – Алкалбек Уралбеков. Номер 1 – Айболат Амаров. Номер 2 – Марат Абат. Номер 3 – Гард Джарвис, он капитан команды. Номер 8 – Владимир Иванов. Номер 11 – Грег Джамаури. Номер 27 – Бактагали Болотбек. Номер 34 – Мухамбет Казимов. Номер 55 – Богдан Рабчинюк. Номер 56 – Майкл Акафор. Номер 74 – Мирий Уапов. Номер 95 – Тимур Тангиев. А главный тренер команды Тигран Гличан ассистирует главному тренеру Александру Лысяк. В таком составе команда сегодня заявлена на этот матч. Дальний бросок Умарова не точен. Богдан Рабчинюк с мячом. Снова попытка дальнего броска. Точно. 55-й номер попадает в кольцо. 3 очка для команды Барса Атырау. Женебек начинает свою атаку, распасовывает с Александром. Снова Женебек сам решает и забрасывает 2 очка для команды Каспий. Надеюсь, что в перерыве Николай Куркин нашел нужные слова для своих подопечных. Сейчас Каспий вернется в игру. Тем более мы видим с вами, друзья, что в составе Барса Атырау отсутствуют легионеры сейчас на площадке. Это значит, что есть шансы не бороться с огроменным Грегом Джамаури, которого мы отмечали в первой половине нашей встречи. Да, было видно, что защитникам команды Каспий очень сложно бороться против этого парня. Ну, сейчас на скамейке, поэтому команды Каспий сейчас одной проблемой на площадке к минимуму меньше. Владимир Курочкин. Это только 2 очка для команды Каспий. Мы видим, что не спеша, но все-таки актауская команда набирает очки. Под кольцом Умаров борется и все-таки выбарывает свои 2 очка. Неплохо, неплохо сегодня смотрится Айболат Амаров. Набирает очки. Здорово пользуется своими физическими данными. Делает заслоны, подборы, зарабатывает такие нужные баллы для команды Барса Атырау. И я думаю, что запомнится он местной публике по сегодняшнему матчу. И только приветствовать его появление на паркете, а затем будут местные болельщики. Тимур Тангиев сейчас 2 очка оформил для команды Барса Атырау, 65-30. Дальний бросок, Владимир не попадает на подборе Умаров. Богдан Рабчинюк сейчас с опытнейшим Владимиром Курочкиным пытался побороться, но мяч в итоге сохранил. Марат Абат разыгрывает, встречает его Женебек. Хорошая перепасовка с Тимуром Тангиевым. По-прежнему мяч Абата. Тангиев наткнулся сейчас на Александра Калашникова. Тимур Тангиев. Мяч у команды Каспий.
Артем Рульгейзер, капитан команды Каспи. Дает пас на Женебек Джакауа. Ладариус Маршал, дальний бросок, не точно. Неточный пас сейчас отдал, подарил мяч Марат Абад Владимиру Курочкину, но Владимир не смог сейчас мяч отправить в корзину. Снова Абад, дальний бросок, не попадает, на подборе не срабатывает сейчас Мухамбет Казимов, но игру ногой зафиксировали судьи. Джакау, Жнебек. Просит сейчас мяч Наримана Фадиль. Мяч до него не доходит. Александр Калашников сам решает, но не попадает в кольцо. Мяч теперь у команды Барса. Сохраняют игроки команды Барса после попытки, неудачной попытки забросить мяч в корзину. Нарушение правил фиксирует судьи. Сейчас два броска. Айбулат Омаров будет проводить. Ну, еще бы, глядя на комплекцию этого парня, можно сказать с полной ответственностью, что очень сложно против него бороться под кольцом. Я думаю, что, конечно, против Грег Джамаури, также игрока команды Барса Атарау, сложнее, конечно, бороться на всего опыта. Но я думаю, что если Айбулат точно так же будет получать игровую практику, то совсем скоро мы с вами увидим топового игрока в составе команды Барса Терал. 65-30 тем временем. Александр Калашников сейчас чуть было мяч не потерял, на подборе один сработал. Ну, судьи говорят, мяч нужно вернуть. Здорово, сейчас Адиль открылся под кольцом, мяч получил, мяч забросил в корзину, но, видимо, судьи это попадание не засчитали. Но сейчас Нариманов Адиль пройдет два броска в направлении кольца команды Барса Атырау. Посмотрим, насколько он будет результативным. Счет 66-32. Меняется на 66-33. Один бросок, прошу прощения, все-таки, по всей видимости, засчитали. А то попаданием, да, 66-33 становится счет. Ровно в два раза сейчас команда Барса Атырау опережает соперника и продолжает атаковать. Богдан сам проходит под кольцо, находит Тимура Тангиева. Кажется, что очень просто удается выполнять распасовки сквозь защитные редуты команды Каспи. Вот Адиль, который только недавно после перерыва появился на площадке, выглядит уже довольно неплохо и вписался довольно гармонично в игру команды из Актау. Снова находит пасом Тимура Тангиева под кольцом. В этот раз уже игрок под номером 27 Волотбек Бактыгали. И снова Барса Атырау набирает очки. 70-35. Снова в два раза отрыв. А играть, друзья, нам с вами еще почти 3,5 минуты. Это только в третьей четверти, не говоря уже о заключительной четвертой четверти. Не думаю, что интрига в этом матче уже исчезла, но нужно срочно включаться
команде из «Октау», для того, чтобы иметь хоть какие-то шансы на победу в этом поединке. Видимо, что помимо брака при попадании, еще и в защите очень часто проваливается команда «Каспий». Видимо, как легко делают распасовки игроки команды «Барса» от «Рал». Прямо под кольцом, прямо перед носом защитников команды «Каспий». Женебек Джакалов. И есть первое попадание. Ну что ж, друзья, давайте-ка напишите, пожалуйста, в комментариях, удастся ли команде «Каспий» вернуться в игру, удастся ли еще побороться за победу в этом матче. Как думаете, команда «Каспий» сможет ли победить в сегодняшнем поединке, или же победителем окажется команда «Барса» от «Ирал»? Напишите, пожалуйста, свое мнение, какая команда, по-вашему, сегодня будет отмечать победу. Болотбек. Вот уже не так легко. Вот мы начали замечать с вами буквально недавно, что очень просто отдают пасы под кольцом соперника команды «Барса» от «Ирал». Но вот уже эту возможность прикрыли защитники команды «Каспий». Но с дальней дистанции сейчас Тимур Тенги все-таки поразил на кольце соперника. Попытка была сейчас дальнего броска от Александра Калашникова. Не попал, но затем вторым темпом все-таки удается команде «Каспий» набрать несколько очков. Марат Абад. Тимур Тангиев чуть был сейчас мяча не лишился. Чуть было опытнейший Владимир Курочкин его не обокрал. Перепасовка Калашникова с Джакаловым к чему не привела. Александр пытался бросить с дальней дистанции. И был остановлен с нарушением правил. Сейчас посмотрим, как у Александра со штрафными. Ну, друзья, для тех, кто к нам только что присоединился, давайте поговорим о сетке плей-офф, каким образом проходят игры. Я уже говорил, что сейчас мы уже перешли на стадию четвертьфиналов. И уже есть даже участник полуфинала. Это команда «Ирбис» из Алматы. Они обыграли команду «Иртыш». Три победы. «Иртыш» не удалось ни разу обыграть команду «Ирбис» в этом противостоянии. И, соответственно, «Ирбис» вышел в полуфинал. А вот к «Ирбису» присоединится победитель пары «Актубе» и «Астана Академия». Посмотрим, кто же из этих команд сможет набрать три победы и присоединиться в полуфинале команде «Ирбис» из Алматы. После первых двух матчей счет 1-1. По разу выиграли команда «Актубе» и команда «Астана Академия». Ну и сейчас мы с вами тоже наблюдаем пару четвертьфиналов. Команда «Барса» от «Ирал» и команда «Каспий» из «Октау». Победитель этой пары также выйдет в полуфинал, где встретится с победителем пары «Тобол» «Алматинский легион». Сейчас в активе «Тобола» есть две победы. Остался еще один шаг для того, чтобы обыграть «Алматинский легион» и выйти в полуфинал на победителя пары «Барса» от «Ирал» «Каспий». Ну и также вспомним, что мы с вами уже сегодня говорили о том, что по ходу сезона многие любители баскетбола прогнозировали полуфинальную пару именно «Барса» от «Ирал» «Тобол». Говорили, что это будет один из интереснейших поединков, возможно, даже интереснее, чем финал. Ну, посмотрим, как это будет. «Тобол» остался, как я говорил, уже один шаг для того, чтобы обыграть «Алматинский легион» в полуфинал. А команде «Барса» от «Ирал» еще нужно пройти команду «Каспий». Ну, пока что, можно сказать, команда «Барса» от «Ирал» есть сегодня шанс, и довольно большой, заполучить первую победу. Играется, я напоминаю, до трех побед, максимум
5 поединков. Атакует команда Барса Терана. Был отбег, дальний бросок. Не попадает. 1 минута остается у нас с вами до завершения третьей четверти. Снова фалят на Александре Калашникове. Неудобный соперник для защитников, видимо, команды Барса Атырау. Видели мы в прошлом эпизоде, что Александр 2 из 2 возможных штрафных реализовал. В этот раз вот первый бросок не точен. Еще один бросок. В этот раз Александр попадает. 3-я попытка. И есть попадание от Александра Калашникова. Верим мы, что эта серия, эти набранные очки пойдут на пользу команде Каспий, взбодрят ее. И они неистово продолжит зарабатывать очки. Это им сейчас очень и очень необходимо. Тем более, что, друзья, я вижу ваши комментарии, где вы пишете, что вы верите, что Каспий еще вырвутся вперед. Точно так же поддерживаю вас. Верю, что команда Каспий покажет хорошую игру. Также вижу ваши комментарии. Нет, это не команда Актобе. Камбэк — это их фишка. Да, действительно, команда из Актюбинска сильна в камбэках, назовем это так. Мы своих не за победы любим, видимо, имеется в виду снова комментарий в сторону команды Каспий Зактал. Атырау и Айбалат Умаров вперед, вот такие комментарии появляются. Да, друзья, отмечали мы, что сегодня Айбалат неплохо выглядит. Молодец, старается. Ну, посмотрим, попадет ли он в состав на завтрашнюю игру. Я напоминаю, что 3 поединка договорились команды провести в городе Атырау, в здании Айром Арены. Это матч сегодня, 4 апреля. Также матч пройдет 5 апреля. Начало поединка будет в 19 часов, ровно как сегодня. Ну, а следующий поединок команды проведут 7 числа, 7 апреля, начало матча в 17 часов. Друзья, если вы видите, если вы смотрите эту трансляцию из города Атырау, то смело приходите на трибуны, смело поддерживайте свой клуб, команду Барса Атырау. Здесь всегда классная атмосфера для болельщиков, создают организаторы, за что им большое спасибо. Всегда очень приятно находиться в зале. Всегда пытаются организаторы сделать все по высшему уровню. И, честно говоря, подобного рода организации я не видел во многих, так скажем, казахстанских клубах. Большое спасибо еще раз выразим организаторам данных игр. Ну и не стоит обходить стороной команды. Именно команды делают шоу, то, ради чего приходят болельщики, а болельщики сегодня наблюдают неплохую игру. А если они из местной публики, то, я думаю, у них есть сегодня повод для радости. Команда по истечении 3-й четверти обыгрывает гостей со счетом 80-48. Уходим на перерыв между 3-й и 4-й четверти. Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз. Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі, Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, Саат қонақ үйі.
Говорим большое спасибо группе поддержки команды Барса Атырау. Здорово девчонки смотрятся. Всегда поддерживают свою команду, всегда веселые. И вот как раз то, о чем мы с вами говорили до этого перерыва вживую, на это смотрится еще круче, поэтому если вдруг есть болельщики Атырауского клуба, то откладывайте все дела на завтра, приходите на трибуну поддержать свою команду. Начало завтрашнего матча в 19 часов и еще один поединок пройдет здесь на радость местной публике 7 апреля, начало поединка в 17 часов по местному времени. 80-48, вот такой счет у нас перед началом заключительной четвертой четверти. И сейчас команда Барса Атырау, именно Калбекор Албеков, начнет заключительную четвертую четверть. Перепасовывается с Маратом Абатом. Что будет делать Акалбек? Снова. Прошу прощения, это Болотбек сейчас с мячом. И есть попадание. 2 очка. Болотбек Бактгали заносит корзину команды. Женебек здорово сейчас нашел Адиля под кольцом. Болотбек бежит вперед. Аратабат, Акылбек Уралбеков. Снова Абат. Сам решает бросать, не попадает на подборе. Женебек срабатывает. Что будет делать? Сам идет. И дальний бросок. Не точно. Полотбек сейчас будет мяч в игру вводить. Марат Абат. Что будет делать дальше? Вот интересно, казалось бы, сейчас все возможности для продолжения атаки перекрыты. Находит все-таки Мухаммед Казимов сейчас пасом. Хорошая перепасовка. Калбек Уралбеков сам ушел под кольцо и наткнулся Александр Калашников, которому пришлось фалить для того, чтобы Акылбека под кольцом остановить. Сейчас 2 броска. Акылбек Уралбеков будет проводить. Посмотрим, как у этого парня с точностью. Есть первое попадание. Будет ли второе? И есть второе попадание от Акылбека. Адиль. Женебека. Хорошая перепасовка, чуть был Владимир, мяч не получил. Ух, прошу прощения, кажется, я перепутал Владимира Коржова и один Наримао. Хороший дальний бросок от Тимура Тангиева. Тимур не точен. Женебек Джакаов, что будет делать? Находит Дилина Лиманова, но снова штраф. Да, много стало сейчас нарушений правил. Это не потому, что команды играют быстро, это потому, что каждый пытается сыграть как можно точнее и как можно лучше на своей позиции, поэтому... О, как здорово сейчас заблокировал бросок игрок команды Каспи. Но сделал это с нарушением правил. Дмитрий Денисов нарушал правила. И сейчас Болотбек Бактыгали. 2 броска. Есть первое попадание Болотбека.
второй бросок, не точно. Адиль срабатывает на подборе. Женьбек Жакао сейчас разгонит атаку своей команды. Что будет делать Александр Калашников? Наброс на Адиля Нариманова. Там, кажется, был толчок в спину. Я думаю, что это судьи прекрасно тоже видели. Не стоит сейчас отпираться Марату Абату. Если уж мы заметили, то профессиональные судьи подобного рода нарушения видят еще заранее. Жмик Джакалов. Александр Калашников. Дальний бросок. Есть 3 очка от Александра Калашникова в копилку команды «Каспий». Марат Абат. Тимур Тангиев. Снова Абат. Акылбек Уралбеков. Пытается показать красивую игру. Дальний бросок Акылбека Уралбекова. Не попадает мяч кольцо. И снова покидает предел площадки. Почти что 7 минут у нас с вами остается до завершения нашей игры. Я, друзья, напомню, что это только первая игра розыгрыша плей-офф. Нам с вами еще предстоит 3 игры. Ну, если считать и эту игру, 3 в городе Атырау. Хороший дальний бросок. Неплохая попытка от Владимира Курочкина. Владимир оказался неточным. Акылбек Уралбеков снова под кольцом. Натыкается на фол. Вижу ваши комментарии. Александр хорош. Да, действительно. Неплохо сегодня выглядит Александр Калашников, если это комментарии в его адрес. Не попадает Акылбек Уралбеков сейчас в первой попытке. И еще одна попытка. И в этот раз Акылбек точен. Разыгрывает Акылбек Уралбеков с Маратом Абатом. Сам решает проходить второй номер. Не получается у него поразить кольцо с первой попытки. На подборе подчищает Махамбет Казимов. Подбирает мяч, отправляет мяч в корзину. И уже готов вернуться в защиту. И уже полным ходом команда Барса Атырау вынуждена зачищаться. Ни к чему сейчас это не приводит. Мяч по-прежнему сохраняет команды «Каспий». Адиль сам видит, что никто его не закрывает. Спокойно развернулся, спокойно 2 очка для своей команды заработал. Вот так и нужно действовать команде «Каспий», действовать надежно, набирать как можно больше очков, потому что времени остается катастрофически мало. И сейчас нужно полностью закрыть доступ к своему кольцу и перекрыть кислород атакующим игрокам команды «Барса Атырау». Но вот Махамбет Казимов прорывает все-таки защиту, зарабатывает 2 очка для команды «Барса Атырау», делая счет 90-53. Александр Калашников, дальний бросок. Снова Александр не точно, но вот так красиво. На добивании Дилин Риманов зарабатывает 2 очка для своей команды. Разыгрывают снова Акылбек Уралбеков и Марат Абат. По той же самой схеме, как и в прошлый раз. Я думаю, что сейчас опытные игроки команды «Каспий» прекратят эти проходы под кольцо. Но здорово сейчас играет Акылбек Уралбеков. Просочился. Сделал несколько шагов. Отправил мяч в корзину. Вернулся в защиту. В общем, отрабатывает сегодня, ребята, на все 100. Ну, друзья, и где же те комментаторы, которые очень часто в играх команды «Барса Атырау» пишут о том, что команда «Барса Атырау» уезжает за счет своих легионеров? Ну что, друзья, как же так? Обратите внимание, что сейчас команда «Барса Атырау» играет без единого легионера в составе уже довольно длительный период.
И пока что игра у них идет, игра склеивается. Не думаю, что команда Каспи настолько слабый соперник для команды Барса Трау, что могут они себе позволить играть без легионеров. Я думаю, что там неплохой, неплохую форму набрали игроки с казахстанским паспортом, и поэтому вот так доверяет им армянский специалист команды Барса Трау Тигран Гикчян. Ну, это, конечно, огромный плюс. Мы неоднократно с комментаторами в интернете отмечали, что хочется видеть побольше казахстанских игроков на площадке. Уж очень нравится нам, когда местный Казбаскет представлен большим количеством местных игроков. Ну и, конечно, также порой очень интересно наблюдать за игрой легионеров, которые умеют делать красивую игру. Вот так в борьбе Дильна Римана сейчас уже прорвался к концу, заработал 2 очка. Видим, что не падают духом игроки команды Каспи, улыбаются. Это главное. Друзья, ну, это спорт. Здесь, конечно, никто не застрахован от поражения. Видимо, сегодня просто не с той ноги стали игроки команды из Актау. Хочется, конечно, верить, что завтра мы будем наблюдать совсем другую игру в исполнении Актауского клуба. Женебек сам идет. Неплохо сейчас на Владимира. Дальний бросок. Хорошее попадание. Владимир Курочкин. 3 очка для команды Каспи. 3.5 минуты остается до завершения нашего поединка. Команда Барсы по-прежнему ведет. Ну что, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как думаете, команда Барса Трау сможет ли перешагнуть за 100 очков? Сможет ли набрать более 100 в этом поединке? Позволит ли команда Каспий набросать себе в первом же поединке этого четвертьфинала более 100 очков? Напишите в комментариях, как думаете, получится ли у команды Барса Трау набрать больше 100. Снова отдельно Риманов, 3 очка. Неплохо разбросались под занавес встречи игроки команды Каспи. Конечно, нужно было это делать гораздо раньше, потому что, как мы уже отмечали, времени катастрофически не хватает сейчас команде с берегов Каспийского моря. Неплохо сейчас, неплохим броском сейчас Болотбек зарабатывал 2 очка для своей команды. Владимир Курочкин не попадает. Подбирает мяч Акылбек Уралбеков. Но Махамбет Аказимов сейчас очень профессионально, я бы сказал, сработал Марат Абад. И вот он, счет уже 99-65. И кажется, сейчас случится именно то, о чем мы предполагали. Команда Барса, ну, мне кажется, еще имеет достаточно времени для того, чтобы сделать счет трехзначным. Хороший дальний бросок. Женебек не попадает. Опять кольцо. Не хватает немного точности команды Каспи. Ждет местная публика, когда же счет перевалит за сотню. Мы видим, как замиранием сердца они ждут. И я уверен, что если у вас сейчас включены колонки довольно громко, вы слышите интершум, вы услышите, когда команда Барса забьет 100
Вот, вот этот всплеск эмоций. И кто же это был? Мухаммед Казимов. Если я не ошибаюсь, все-таки делает что-то трехзначное, да еще и со штрафным. Вот так. Вижу, друзья, ваши комментарии. Уровень команды Каспий и Иртыш низок по сравнению с остальными командами. Это никак не умаляет, что молодые игроки команды Барса Трау одни из лучших, если не лучшие. Один хорош. Да, друзья, с этим комментарием совершенно полностью согласен. Единственное, что не готов я согласиться с тем, что уровень команды Каспий и Иртыш низкий. Нет, ребята довольно профессиональные. Там и там, и в одной и другой команде есть топовые игроки, которые могут делать игру. И что, ни в коем случае не умаляет их заслуг. Но это спорт. Сегодня команда вот оказалась не готова к такому напору от атырауской команды. А то, что касается молодых игроков команды Барса Атырау, если не лучшие, написал один из наших комментаторов, то одни из лучших. Друзья, вспомним только недавний чемпионат фарм команд U21, где команда Барса Атырау оказалась победителем. Заняли первое место, получили золото казахстанского чемпионата среди команд U21. И, кстати, те ребята, которые присутствуют сейчас на площадке, многие выступали как раз-таки в составе этой команды U21. Так что молодым дорога, молодым всегда рады на площадке. Я думаю, руководство команды Барса Атырау прекрасно понимает, что это будущее их клуба. Один Нариманов. Здорово, здорово. Александр Калашников сейчас доработал, почистил. И вот уже, кажется, доигрывает команда. 10 секунд остается до финального свистка. Игроки уже пожимают руки. На этом, друзья, мы все. Фиксируем победу команды Барса Атырау в первом четвертьфинальном матче между командами Барса Атырау и Каспий со счетом 102-69. Говорим большое спасибо всем игрокам, всем болельщикам, которые были на трансляции. Также, друзья, я напомню, что завтра в 19 часов нас ждет с вами вторая игра этих классных команд. Команд Барса Атырау и команды Каспий из города Актау. Говорим большое спасибо за то, что оставляли свои комментарии, за то, что были с нами на нашей трансляции. Я с вами прощаюсь, прощаюсь ненадолго, буквально до завтра. Меня зовут Кирилл Горячко. Любите маму и мойте руки с мылом. Болейте только баскетболом. Пока-пока. Қазақстан ұлттық баскетбол федерациясы 2023-2024 жылдарға арналған маусымының 32-ші ел чемпионатын өткізеді. Демеушілер мен серіктестерге баскетболға қосқан үлесімен қолдауы үшін алғыс білдіреміз.
Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігі, Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қор акционерлік қоғамы, Қазақстан Республикасы ұлттық олимпиада комитеті, Саат қонақ үйі. Әркес сұң болады айтар, келі спортында бірақ айтар.